Друзья, всем привет, это «Вертикальные новости». Теперь мы снова выходим в постах в Инстаграме, ну а ВКонтакте и Фейсбуке, как обычно. Поехали. Need for Speed по-ставропольски или «Встреча на встречке». Вот куда надо было так спешить? Ого себе новинка! Первый в Ставрополе проекционный пешеходный переход. Не сотрется, и грязь ему не страшна. Лайк. А вот сейчас, если вы не поняли, кто на видео, то это капитан спокойствия. Рассказываю. На заводе в Уфе загорелись и бабахнули цистерны со спиртом. Ничего, конечно, хорошего, но... Посмотрите на этого мужика. Вообще ноль эмоций. Капитан спокойствия. Новогодние праздники официально все. В Ставрополе приступили к демонтажу елок и шаров на площади Ленина. Краевое управление ЗАГС выкатило очередную статистику популярных имен, которыми называли детей в прошлом году. Вот сейчас готовьтесь. Популярность набирают старорусские имена. Светозар, Енисей, Златомир, Яросвет, Маркел, Фадей, Агафья, Акулина, Лукерия, Любава и Феврония. Маленьких ставропольцев также называли Марс, Леонардо, Аполлон, Арнелла, Шанель, Аурелия, Милица, Мадонна, Грета и Золушка. Сообщает информагентство «Победа». Вынимайте из шкафов весенние вещи, потому что теплеет прям стремительно. На выходных будет уже плюс 9, а в понедельник, 1 февраля, аж вообще плюс 13. Даже собакам нужны обнимашки. А что уж там о людях говорить. Человеку нужно минимум 8 объятий в день. Приступайте. Досмотрите «Милоту» и приступайте. На сегодня все. Вертикальные новости будут уже завтра, в среду. Алексей Форсиков. Увидимся. Не скучайте.